На базе Дома отдыха «Покровская» прошла церемония награждения победителей и призеров чемпионата Московской области по тайскому боксу и Московского областного турнира по тайскому боксу среди молодежи. Были также отмечены тренеры спортивных клубов, принимавших участие в акции «Единая Россия тренирует» в рамках регионального партийного проекта «Старший брат». В ходе акции в 35 городских округах прошло 115 бесплатных тренировок на открытом воздухе. Занятия посетили более 4000 детей из многодетных и малообеспеченных семей.